наблюдал сейчас картину. Времени 7:30 утра. Как по озеру провезли дачу на понтонах. И повезли вроде как в протоку на Белое озеро. Вот я иду, чтобы посмотреть, а вдруг и правда. Но как ее здесь провести? Вода низкая. Вот она. Это дача. На колесах. На понтонах. Обалдеть. Что-то люди не придумали. А вот, кстати, какая глубина протоки. Совсем небольшая. Как они хотят здесь пройти, я не знаю. Пошаться там. Ну хотя, если понтона с маленькой осадкой, то можно, наверное. Главное, как ее здесь провести. Ну, такие вот интересные вещи на Селигере происходят. Домик там на воде. Чуть-чуть их разворачивает.